Всем привет, ребятушки, доброе утро, дорогие дорогие. Приветствую на канале Logom Play. Продолжаем прохождение игры Uncharted Утраченное наследие. Ну что, мы вот здесь прошли крепость Лука, Парашурамы. Теперь, наверное, давайте вот сюда направимся. Это там трезубец, я как понимаю, да? Погнали! Вау! Бип-бип-бип! Слушай, чтоб ты знала, Натан Дрейк исчез с радаров. О нем можешь больше не беспокоиться. У меня были сомнения. А почему ты согласилась? Дареному коню в зубы не смотрят, особенно сейчас, когда все только и ждут моего провала. Понимаю, но в этом свои плюсы. Да, есть плюсы? Ну, когда люди совсем не ждут от тебя многого, их гораздо проще убить. Но все-таки это жестокий бизнес, особенно в одиночку. Приходится использовать любое преимущество. Так. Оу, фу-фу-фу-фу-фу. Походу, нам сюда надо объехать это все дело. Почти. И давно ты это начала? Девчонка. Быстро научилась делать вид, что поддаюсь и выжидать. А потом забирать свое. Коварство не мой стиль. Всегда предпочитала действовать напрямую. По мне, лишь бы работала. Почти проехали. О, блин. Я на минуту. Я подожду. Еще что-то нашел. Отметила тебя. Ага. Пока ехали, ехали. А, тут безделушка. Тут где-то безделушка, ребят. Вон веревка. Ага, а как туда залезти? А вот здесь, если... Да, смотри-ка. Точняк. А, пока ехали, нашли кое-что. Опля. И полетели. Ну, полетели. И еще раз. И еще раз. Опа. Там какой-то, блин, зам... Этот, как его был. Ну, я, наверное, туда возвращаться буду. Ух ты, чуть не упали. Ага. Да. Да, было просто. Бум. Кто здесь есть? Никого. А безделушка есть? Что у нас тут? Есть безделушка. Хе-хей. Пополнение для моей коллекции. Вау, это что тут какой-то орел типа? Отлично. Все выполнили. Ух ты. Интересно, если сюда нырну, я умру? Наверное, да. Отлично. Не зря мы тут прокатились чуть-чуть. Безделушечку нашли. Интересно, сколько их тут? Тут что-то я забыл вот про них, честно скажу. А, ну это я перепутал. Бывает. Ай! Нет, 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 нет. Ах ты, я слез. Успешная вылазка. Еще один знак. Знак. Но я профукал. Я думал, там не слезет она слезла. Да, индийская, знаете, вот эта мифология и культура, она прям вообще огонь. Ой! Ух, Закрыто. Трикс, 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 трикс. Есть. Ух ты, ружье-то у меня какое, смотрите, окраска какая у него классная. Есть. Давай, давай.
Отлично. Фух. Так, смотри-ка, тут что есть гранаты. Как раз пригодится. Так, у меня тут 8 патронов. А тут будет 10. Да еще со снайперской. Вообще ништячок, да? У-ху. Так. Погнали дальше. Да, такая большая локация для таких игр редкость. Тут что-то я не понял, подожди. Подожди. Сейчас вернусь. Конечно. Какое-то дерево странное такое. Или мы тут уже были? Центр. Хм. Красиво тут. Так, нам вот туда наверх надо. Как-то вон туда, да? Что ли получается? Пора ехать. Пора ехать, да. А, я там был. Наверное, все-таки вот сюда нам нужно. А она сюда не едет. Тыщ. А как нам туда забраться? Мост. Окей. Вау. Давай, подруга. О, теперь мы в правильном пути, но еще здесь какое-то есть место. Я-то надеялась, уйдут. И не уйдут, пока вежливо не попросим. Ну, что за... Не понял? Ребята! Тревога. Есть, готов. Ой, блин! Вот это жопенька. Она зачем туда залезла, дура? Прикрывай меня. А что, я убил того? Есть, готов. Мы вообще где находимся-то? Ага. Я его обхожу. Похоже, тебе хана, друг. Фу. Вроде все. Похоже. Ага, сглазили. Берегись. Какого? Черт. Сглазили. Все? Все чисто. Хорошо. Фух. Подфартило нам, слушай, подруга. Ну, похоже, безделушки только сегодня тут искать будем. Ехали-ехали, как говорится, не доехали. Ну, ладушки. Тут что? Кстати, прикольная тоже штука, так стреляет необычно. Так, я ж не нарисовал. И вот тут. Это какая-то уточка. А-а-а. Надин, куда ты бежишь? О, а что, там больше нет, что ли, этих гранат? И? Е-е-е.
твои друзья тебя уже заждались. Еще одна? О, да, уточка какая-то. Ну, не уточка, может, павлинчик это. И что, ты хоть нашла что-нибудь? Замечательный знак. Угу. Ух ты, тут еще смотрите. Теперь статуя с трезубцем. Она вроде указывает на ту постройку над водопадами. Ценная наводка. Ага, точно. Понял. Так я уже понял. Окей, фотография. Фотография на память. Ты красивое тут такое дерево. Так, ну давайте глянем. Тык-тырик-тык. Карта. Итого, пока мы тут бегали, мы уже нашли две безделушки, но никак до трезубца не доехали. Ладно, зато весело тут постреляли. Ребят размочили хорошо. Они тут даже пукнуть не успели толком. Как мы их убили. Так, да. Пистолет я забираю, потому что совсем плохо у меня с пистолетом. Ага. Погнали дальше. Мужикам не повезло с нами встретиться. Это 100%. Так, водопад, водопад. Ага, вон проезд-то вижу теперь. Вау, по зеленюшке. Давай, давай, цыплюшечки. Ой. А разве сюда нам? Так. Тут, кстати, еще какие-то места вон есть, которых я не был. Но мы попытаемся сюда сейчас забраться. Так, вот. Нашел я проход. Проход нашел. О, почти доехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну! Гребет, хрен не едет. Так, ладно, объезд тогда. И вот сюда. Ой-е. Блин, еще одна безделуха. Точно. Ну что делать-то? Подожди, конечно, иди. Бьем. Безделухи собирать тогда. Раз поперло у нас на безделухи сегодня. Чтобы не потерять. Это кто у нас там? Это бегемот какой-то, блин. Так, и что ты тут бегемот прячешь? Безделушечку? А вот где она? Вон там маленькая пещерка. Ай, ёбана бог. Чуть не упали. Окей. Ага, точно, маленькая пещерка. Как ты увидела? Отлично. Ты меня не спрячешься. А, и еще одна безделушка. Еще хайсальский знак в коллекцию. Хайсальский знак. Отлично.
И закрыли еще одну. Ой, ты что кряхтишь? Я даже еще не прыгнул, ничего не сделал. Итого, пока мы тут ехали, мы аж 3 штуки нашли, да? Пух, это мы молодцы. Это мы молодцы. Итого, у нас вот только вот та одна не найдена безделушка. Ха, давайте до нее тогда доедем. Чего нам тогда тут уже, как говорится, горевать-то? Да? Попробуем там посмотреть, что там есть. Все-таки раз... Может там... Интересно, есть еще знак для нашей коллекции? Так, здесь есть, наверное, да? А, ну да. Чик-чик-чик-чик. В прошлый раз я не смог понять, где там, что там. На сей раз... О, надеюсь, найдем. А, колокольчики. Погоди, иди. Ну-ка. Стояли мы себе на всю округу? Ага. Хоу, нифига себе. А надо знать, куда в какую стрелять. По-любому. Да, здесь это какое-то новое место. Вон, смотрите, я же вижу, вон. Еще какое-то безделушка. Чтобы не забыть. Это у нас змейка. Ага, мы нашли еще одно место с вами. Так, что, мне только в змеек надо стрелять? А где тут нарисована змея? Хм. Я змеи-то и не вижу. Колокольчиков-то много. Ай-яй-яй-яй-яй. Интересно. Дело пахнет чем? Я не вижу тут никакого рисунка. Их тут 4 каких-то вот этих штуки. А, туда залезть и можно. По-любому. Ха-ха, точно. А вот и колокол. Ага, он открывает. Карман, малыш. Безделушечки сегодня у меня вообще отлично собираются. Прям как поперло. Патронов, конечно, потратили, но ничего страшного. А потише нельзя было? Не, нашла что-нибудь? Бесценный знак. Нет, не бесценный. Ценный знак. Точно. Во! Раз, два, три, четыре. 4 мы уже собрали. Так, ну что, нам надо как-то вот этот 5-й понять, что с ним делать. Так, давайте на машинке доедем до него. Это хорошо у нас получилось сегодня. Бог. Так, вон тот слоник, который сокровище мне подогнал. Жди здесь. Окей, я подожду. Ту-ту-ру-ту-ту. Подождет она. Тут значок.
Вот тут слоник. Тут где-то слоник. О, тут какая-то штука. А-а-а, во как! Черт, мне не хватит сил это сдвинуть. Эту штуку так просто не сдвинешь. В машине, может, ее? Тут рычаг какой-то нужен. Рычаг? Ха. А если я буду противовесом? Просто подожди. Я понял, спрыгнуть и попытаться так сделать, да? Ну-ка, нормальный план, нормальный план. Да, вот так вот. И вот так вот. Уху, е-е-е! Ура физики, ура мне! Фух. Есть еще один. Класс. Эй, протокол! Зачищаем сектор и ждем, пока прибудет осад. Так пусть поторопится, у шарты не ходит. Твой комфорт для него, конечно, очень важен. Кто там наверху болтает? Я понял. Есть, один готов. Нашел. Ты от меня. Да, ты думаешь, а вот так если... И чё? Всё чисто. Ух. Ну что, нашла там что-нибудь? Стоп, не говори. Ты нашла еще один знак? Динь-динь-динь. Круто мы их, да, разобрали. Слушай, какую-то прикольную автоматик мне дали. Фух. Ладно, подфартило нам. Честно признаюсь. Да, я знаю, туда нам надо ехать. Там он этот, как он показывает туда знак вот этот вот. Он уже второй знак, который нам туда показывает. Еще статуя с трезубцем. Угу. Нет, точно. Но я думаю, на сегодня мы закончим. Мы сегодня, ребята, раз, два, три, четыре... Так, подождите. Раз, два, три, четыре, пять. 5 нашли значков, я их называю безделушками. Это круто. Давайте мы сегодня с безделушками разберемся. И давайте вот вон тот вот знак вопроса все-таки съездим. Что это такое? Мне прям интересно. Что он означает? А? Да, давайте. В следующей серии увидимся. Всем спасибо за ваши лайки, комментарии, подписки. Если еще не подписан, подписывайтесь. Пока!